Чувашская метрополия заключила соглашение о сотрудничестве с региональным министерством экономики. Оно касается развития паломничества и туризма. Четырехстороннее соглашение подписали митрополит Чебоксарский Чувашский Саватий, епископ Канашский и Янтиковский Стефан, епископ Алатырский и Порецкий Феодор и министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Старинные храмы и монастыри республики – уникальные памятники зодчества и архитектуры. При этом расположены они не только в столице республики, но и в малых городах и районах. Сотрудничество с правительственными структурами позволит привлечь паломников со всей страны. Но для этого необходимо разработать познавательные программы и духовно наполненные маршруты, которые будут интересны как воцерковленным людям, так и тем, кто интересуется православной историей. Митрополит Саватий отметил, развитие паломнического туризма откроет республику с новой стороны не только для гостей, но и самих жителей. У нас в епархии и вообще по всей митрополии в Чувашии очень много святынь, о которых простой житель России не знает. А у нас здесь есть и Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах, и в Алатыре есть Свято-Троицкий мужской монастырь со святынями, со своими, женский Спасо-Преображенский монастырь. Сейчас у нас будет возможность организовывать паломнические туры в нашу Чувашию. Мы будем создавать инфраструктуру соответствующую для того, чтобы люди могли, посетив, скажем, монастырь, чтобы там могли остановиться на несколько дней, помолиться, поговеть, скажем, Великим постом и так далее. Мы в этом соглашении как раз и предусматриваем такое взаимодействие, которое, с одной стороны, может дать всю необходимую информацию для епархии, для того, чтобы они могли планировать заранее и встраивать таким образом эти маршруты, туристические, паломнические, чтобы они соответствовали всем требованиям, нормам и правилам. Мы, с одной стороны, готовы предоставить для епархии всевозможные материалы, всевозможную методику для того, чтобы эти туры были еще интереснее, были еще запоминающимися, и туристы, паломники с большим удовольствием приезжали и возвращались к нам в Чувашию вновь и вновь.